Ничего, нормально, вообще пофигу. Ты маленькая, у меня тут ребенок. Видимо, потому что он непродолжительный был, бомбанул и все. И ну, бабахи вот эти вот. И он как-то не особо отреагировал. Кися. Как кролик. Вон там еще маленький. Короче. О, встретились. Встретилось много милоты, и мы со Светкой тут идем, с ребенком. Да, мне как это хорошо, что мы с тобой встретились. Попробуй тебя поймать. Такая неуловимая девушка, вся такая занятая. Он там может он поехать? Он сказал напротив космоса. А, нет, это уже другой опять. Ну, говорю, занято, значит. Ну, пойду туда, к театру, к Сюзу буду садиться на автобус. Ну, да. Там же 48-й. Либо вот там у Динамо есть троллейбус 4-й, но не знаю, он ходит или нет. До сих пор. Лето? Сегодня активность. Блин, вообще лето заканчивается, ужас. Оно такое короткое, так жалко. Да, я поэтому и пишу ему, пошли петь скорее. Я не успела ничего, весь гардероб не выносить даже. Да вообще, у меня отпуск был всего неделю. Было у меня это класс. Тоже не очень большой был. Видишь, на каждой скамейке поют прям вообще. Какая-то стритовая активность. Что-то вообще везде поют, везде поют. Нет, в принципе, вот здесь никого нет, не было. Ну, видимо, просто сидели тут. Может быть, тут был занят. А, вон там, видишь, слышно. На каждой скамейке-то перебивать будет. Надо, чтобы было тебя слышно. Ну, то есть на каждой скамейке, когда это слишком много. Ага. Надо, чтобы отдельно. И это не выходной день еще. Ребенок серьезный. Какая лялька ушастая. Вот она вся красивенькая. Вот давайте покажем, какая она. Вот она такая вся. Со всех сторон мне надо показать. Вся такая, да, полосочка. Я как это морячек. Да. Морячка, ты моряк. Тут она вообще была, вот никого нет. Ты морячка, я моряк. Плохо, что сесть нельзя, то я у меня ноги-то у меня были. Рыбачка, я рыбак. Так, надо а отойти. Ты думаешь, он не сидит? Нет, там на против космоса нету скамейки. А-а-а. Там просто стоя. Это вот неудобно. Вот что нам, вот это что Михалыч. Михалыч. Вот что Михалыч. Ну да, растяжка мне прям очень нравится. Особенно если ты тренер. Вообще классно делать. Вот тут какое-то мероприятие тоже. Тут везде мероприятие будет. Это лето, она тоже девушка каждый поет, наверное. 5 метров просто. Да вообще. Прямо насыщенность. Мероприятиями у нас в Екатеринбурге повышены.